О, как он реагирует на передачу. Сейчас показывают, как один ревнивец, идиот, отрубил пальцы из-за ревности жене. Как он и такую вещь видит, он начинает вот такие негативные. Ему не нравится. Джентльмен, джентльмен мой мальчик, правильно, зачем так делать? Молодец, ему не нравится все негативное. И она свое что-то говорит. Как он мог? Вот. Правильно? Как он мог, да? Да, малыш? Да, мой мальчик? Ну, давай. Как ты там? Давай. Там пока реклама. Я выключу эту передачу. Тебе не нравится. Ему мультики нравятся. Вот. Он любит мультики смотреть, да? Да, Кеша? Мультику хочешь? Мультику хочешь про Кешу? Хочешь? Да? Ну спой. Ну спой что-нибудь, скажи что-нибудь. Кеша, Кеша. А вы, мадам, почему не поете, а? Почему вы не поете? Мой мальчик старается для вас. Да, Кеш?